представляем вашему вниманию колонки от компании Soundtronics модели SP818. Компактная и легкая модель обеспечит вас качественным звуком в любом месте благодаря высококачественным динамикам из специального сплава неодима, железа и бора. С Soundtronics SP818 вы можете не думать об электропитании, так как модель изначально спроектирована для использования с ноутбуками и нетбуками и питается от USB-порта компьютера. Установка модели осуществляется просто и удобно. Колонки крепятся при помощи пружинных зажимов, как прищепки, а для защиты от царапин лапки акустических систем покрыты резиной, которая также повышает надежность установки. Благодаря универсальной конструкции колонки можно закрепить как с боков ноутбука, так и на верхнем торце. Модель не требует установки дополнительных драйверов, так что через несколько секунд после подключения вы уже сможете наслаждаться качественным звуком, где бы вы ни находились. Строгий внешний вид одинаково хорошо подойдет к ноутбукам любого стиля. Одна колонка имеет два динамика диаметром 32 мм. Мощность составляет 2 по 2 Вт, а диапазон воспроизводимых частот от 100 Гц до 18 кГц. Импеданс составляет 8 Ом, а соотношение сигнал-шум более 75 дБ. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.